Александр, привет. Привет, Андрей. Расскажи о твоих занятиях. Что это за занятия, как они называются? Ну, у этого занятия есть правильное название. Это пластика. Uh-huh. Ну, вообще ее охарактеризую как движенческая пластика. Uh-huh. Что через пластику можно выйти в связь со своим телом, непосредственно красиво научиться двигаться, работать со своим телом внутренним и не только внутренним, и постигать углы вселенной своего тела через определенные практики, занятия, возможно, даже курсы. И так как я вот и привез сюда интересный проект, uh-huh. это ИМКА и лаборатория одновременно. Лаборатория? Да, потому что лаборатория что значит? Где люди делают опыты. Mm. Опыт. Ты его зарабатываешь и делаешь с собой. Делаешь выводы и утверждаешь. То есть ставишь на... Взрывов не будет или наоборот нужен какой-то взрыв? Взрыв, скорее всего, будет. Ну, если и будет, он будет внутри, и никто об этом не услышит. Вот если говорить, например, об этом проекте, о МК лаборатории «Диалог тела», красиво и чувственно тело входит в связь с любым, не побоюсь слова, предметом, включая человека. Mm. То есть все он изучает. Грубо говоря, человек с человеком еще и учится взаимодействовать. Да. Не просто так, то есть это... парами приходить. Если пришел с парой, отлично, можно без пары, то есть мы же учимся, партнерами будем меняться. Ты просто работаешь красиво, четко, чувственно, слушаешь. Угу. Не слушаешь ушами, а вслушиваешься то в то, что ты делаешь. Как ты двигаешься. Здорово. А какие трансформации происходят внутри при этом? Человек становится более внимательным внутри себя. Он начнет чувствовать партнера, даже если он его не знает, просто стоя в метро. Можно в определенный момент научиться быть среди толпы как один и отдаваться потоку. В любом движении ты сможешь почувствовать, как тебе может нести просто энергия, волна того же народа. Главное, чтобы тебя не раздавили. Это шутка. Насколько это близко к медитации? Конечно, медитация, как один гуру говорил, медитация есть все. Даже то просто то, что мы встаем там в 6 утра. Это одна из медитаций, одна из главных практик, которые мы должны делать. Здесь медитация только в том, что ты входишь в себя. Но ты не ушел в себя. Ты внимателен, ты собран, ты концентрирован. Угу. И тут же физически ты спокоен, ты расслаблен, ты чувствуешь каждый сосредоточены все рецепторы ощущения. Угу. Что ты все время ты чувствуешь твердый пол, да, он твердый, ты можешь принять его форму. Быть им другом, поваляться, покататься. Тут же ты можешь почувствовать человека, даже почувствовать его порывы, когда он начинает падать. Ты вовремя сможешь его подхватить. То есть мы, получается, образуем какой-то единый симбиоз с пространством. Поэтому и называется диалог. Mm-hmm. Ты входишь в диалог, ты не ругаешься, не кричишь. Мы же не можем орать телом, хотя и можно. Но танец же есть эмоция. А здесь диалог, и он конструктивный, он, не побоюсь это слово, такой продолжительный, что он все время идет, он не останавливается, не останавливается, не останавливается. Это во всем диалог. Очень здорово. Музыка какая-то присутствует? Конечно, присутствует, да. Будет. Скажи мне, люди каких профессий, вот, нужно этим заняться? Есть ли вот какие-то рекомендации в плане? Не-не-не-не. Ну, например, вот менеджер, который в офисе сидит целыми днями,
он придет, он сможет сразу вот попробовать себя в этом? Если есть желание, надо же иметь желание сначала. Просто я вот к концу я приду, наверняка может, у людей, это странно. У людей есть желание, но они, им нужно какой-то шаг сделать. Значит, они уже готовы. Если уже есть желание, ты уже подсознательно ты готов. При желании можно сделать многое, даже оседлать осла. Подлететь на Луну. На осле. Да. Ну, это тоже проблематичнее. Но это уже как у кого с фантазией. Здорово. Проявляйте свое желание. Дорогие друзья, приходите на МК Лабораторий, то бишь мастер-класс-лаборатория, диалог тела. С педагогом Александром Лютером. Всех ждем. Спасибо. 6 в 6.